24 чучела зимы сожжены, сотни семей задействованы в хороводах, блинов съедено несметное количество. Отрапортовали представители администрации города на подведение итогов масленицы в ТОСах 2013. Уже второй год подряд независимые эксперты оценивают качество праздника и количество участников. Организаторам самых ярких и масштабных торжеств – призы и подарки. Не остается на конкурсе без внимания само чучело масленицы. Для него отдельные номинации – оригинальная кукла, современная кукла и традиционная кукла. В последней пальма первенства досталась ТОСу «Матросовский». Поскольку у нас район как глубинка города, и все жители не могут посетить центр города, все в основном находятся в нашем ТОСе. Поэтому мы очень старались, все принимали участие.